за эту неделю отдельно я хочу обратить внимание, у нас звучала история в части содержания МКД. Сегодня утром я коллег тоже слушал, обращаю на это внимание. Еще раз прошу по адресам все это разбить и отдельно выйти с мониторингом, с контролем, разобраться в причинах, почему такие есть обращения. Ну и в любом выходе на земле ты понимаешь, как это решаешь. Но, как правило, там, где есть дворник, там, где есть уборщик подъезда, поверьте, обращения от жителей, они практически минимальны или, грубо говоря, точечны. Поэтому еще раз обращаю внимание на руководителей служб. Нужно все это проанализировать и выйти на места, обязательно отработать.